с пряниками и баранками, все у него хорошо, он на 13-м месте. Из России привезет, видимо, пряники и баранки. Ну, вот тот самый прыжок, о котором я хотела вам сказать, но поинтриговала. Вот эта самая молодая девочка, представительница Соединенных Штатов Америки, Каннингем, показывает, что она необычайно сильна и очень хорошо настроена на этом чемпионате. Да, не хватает опыта, поддавливает.